Двор. Тут охрана. Лаборатория. В ней и находятся частицы Эдема. Заметем следы. Так, теперь надо будет отцепить локомотив, это их отвлечет. Где он? А? Где груз для Брюстера? Трус. Сэр Брюстер. Привет, парни. Как стряпня Джейкоба. Теперь я смогу пробраться в лабораторию. Мной по путям. Будь здесь. Смотри, Вова. Ладно, что случится, я крикну. Осмотримся сверху. Осторожность лишней не будет. Как он отцепился? Не твое дело. Надо вернуть груз. Thank you.
мне потребуется еще 2 недели. Ваши сомнительные дела уже начали привлекать ненужное внимание. У вас и без того было достаточно времени, сэр Дэвид. Если честно, не думал, что вы ждете от меня каких-то трюков, будто я кокер-спаниель. Позвольте мне напомнить о вашем долге перед Орденом. Мисс Торн, вы гоните меня, будто скаковую лошадь. Сэр Дэвид, я вернусь завтра. Если вы не разберетесь с устройством, забудьте о лошадях и собаках. Станете кормом для волков. Удачи. А я думал, что это просто экскурсия, господа. Кто тебя послал? Это шпион Грина. Живо отведите его на допрос. А потом в лабораторию. Жаль его, но отвлекаться нельзя. Так, почти. Где же лаборатория Брюстера? Я уверена, где-то здесь. Ваши вопросы. Видели женщину? Хочешь, я тебя на кочергу посажу? Вы можете больше! Эй, пожалеешь! Благодарю вас. Я, знаете ли, попал в непростую ситуацию, но вы спасли меня. Где лаборатория? Развяжите меня, начнем переговоры. У меня нет времени. Живо говори. Она под землей. Понадобится ключ. Мой стащил один из охранников. Спасибо. Пардон, а развязать меня? Ты смог влезть в это, сможешь и выбраться. Я верю. Конечно, миледи. Думаю, я смогу вспомнить парочку старых трюков. Прекрасно.
ножки на подвеске. Эй, сюда! Может, заглянем вниз? Хочу посмотреть на артефакт. Тебе что, жить надоело? Видел же я здесь! Жужжая девка! Задавите ее! Хотел бы душу! Вот он. Идем. Sad to see a young lady afflicted by madness. Что это? Надо посмотреть. А вот и вход в лабораторию Брюстера.
Это она. Увеличьте напряжение. Возможно, нестабильность. Вы слышали, мисс Торн? Нам срочно нужны результаты. Станет историей вместе со своей бородой. Мисс Торн, такая женщина. Злобная? Да. Но какой ум. Вот и пришло ваше время, Дэвид Брюстер. Но еще столькое нужно исследовать. Не бойтесь. Господь примет меня. Я продолжу ваше дело.
Вам не остановить старика. Мисс Торн нашла новую частицу Эдема, еще более могущественную. Я заберу и ее. Мы всегда сражаемся за то, что не взять с собой. Мы люди. Выход. Shit!